Я назвал уже имя Оксаны Сраид. Почему? Дело в том, что вот она сегодня в Facebook написала. Я буду далее цитировать. «Це що ж виявляється? Петро Порошенко всі ці роки на грудях гриф агента Путіна і маріонетку Коломойського Луценка? Мораль проста. Вони будуть жити у мирі і злагоді, бо їхня мета – зберегти не Україну, а олігархічний консенсус. Тому жоден з них не вартий того, щоб сваритися». Это конец цитаты, но чтобы суть донести, госпожа Сараид сообщает, что после победы Зеленского на выборах и при его президентстве Юрий Луценко сохранит должность генерального прокурора Украины. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Я вам скажу больше, я очень-очень сильно в этом сомневаюсь. На мой взгляд, это невозможно. Ну, уж больно удивительно, хотя сегодня из нескольких источников эта информация распространялась. Я вообще призываю не ориентироваться ни на кого, кроме Владимира Зеленского лично. Вот давайте все-таки ждать его заявлений. Он скажет, значит, это исходит от него. Сегодня очень многие люди говорят от имени Зеленского, а некоторых он не знает в лицо. Да. Поэтому давайте будем все-таки придерживаться практики ожидания его личных заявлений. Советников Зеленского, во всяком случае, сегодня экспертов, команды Зеленского столько, что... Я думаю, что он многих не знает.